новое микробическое удобрение, которое прекрасно работает для того, чтобы, первое, снять стресс растений. А на стрессы когда? Зима, засуха, повреждения. Трестные стрессы. Второе преимущество. Дает лучшую завязываемость ягод и плодов. Особенно сделано, когда после цветения у вас ягоды не сыпаются. Если по винограду рост дает более равномерно, пропорционально. И самое главное третье вещество, которое третье преимущество, сахара у него выше при применении зубиночек. Это уже усекли те люди, которые работают на переработке соков, на работе концентрата, где важны сухие вещества, дают изобион, сухие вещества резко возрастают, меньше перерабатывают, меньше выпаривания, больше концентрация сахаров и больше выход идет нормального концентрата. Поэтому изобион очень хорошо работает. Его применяют как на косточковых ягодниках, на всех препаратах. Он – это препарат листовой. По листу обработали. Когда обработать? Когда прошел град – это обязательно. Вам нужно выйти. Когда пошла засуха – обязательно. И самое лучшее – сработать сразу после цветения, на любой культуре. Тогда у вас не будет осыпания завязи, полноценный плод ягода или виноград, и вы будете иметь успех. Я на этом закончил по виноградарству. Если есть вопросы, я с удовольствием сейчас отвечу. Больше остановлюсь уже на косточковых и семечковых садах в другой части. Будут вопросы. Можно задавать и с места мы можем поговорить. Если нет вопросов, можно в идеальном порядке заходить и сейчас будем работать. Я немножко знаю, что немножко перебрал. Дальше, я думаю, коллеги представлю. Друзья, ваши аплодисменты Владимиру.